произошла какая-то авария, поезд остановился, вот мы все теперь здесь. А вы думаете, мы случайно оказались здесь, ну, в этом огонь? Я думаю, нет. Это какая-то загадка, какой-то ребус. Может быть, мы даже будем умирать по одному. Вы первый. Я за тобой потом. Это нормально? Это тут такой присутствие? Вы это угробили, мы сюда живем. Просто мне чего-то такого хотелось. И тут опыт. То есть, точнее, даже биологически они все.